Приветствую вас, дорогие друзья! Очень часто вы пишете в комментариях под видео и вообще к нам в клинику пишете по электронной почте такие вещи, что вот вы там начали заниматься, кто-то в клинику приехал, кто-то сам занимается, и у вас очень хороший результат и по гипертонии, и по сахарному диабету второго типа, и по атеросклерозу. Но вы не можете никак убедить родственников, и поэтому очень сильно переживаете. Потому что заболевания эти все очень распространенные, и зачастую бывает так, что в одной семье там не только один человек, а несколько человек страдают одним и тем же. Особенно гипертония — это самое распространенное заболевание на планете. Вот, не верят, там скептически относятся родственники там, и так далее, и так далее. Или там приходите вы к врачу, там начинаете говорить, что отказались от таблеток, врач вам не верит и тому подобное. Что хочу сказать, не переживайте по этому поводу, потому что убедить вы не можете. У вас нет для этого квалификации, чтобы убедить. Поэтому не нужно от этого как-то страдать там и переживать. Какой рецепт, как вот людям донести эту вещь? Очень просто. Это две составляющих. Это личный пример без навязывания. Вот это не надо. Вот, ну ты сделал, ну ты попробуй, ну ты там это, ну ты это. Просто вот вы занимаетесь и все. И у людей появится интерес. А почему так, а что так и так далее. Вот когда появится у них интерес, вы им скажете: ну, знаешь что, вот я добился результата, потому что я приобрел знания. Когда я приобрел знания, я тогда смог добиться результата. Я всегда об этом говорю, что сначала знания, теория, да, потом практика. А не то, что сразу практика, а потом знания. И вы просто говорите, что хочешь добиться таких же результатов, как я, вот почитай книгу Александра Юрьевича, либо вот книгу вот эту «Медицина здоровья против медицины болезней. Как победить гипертонию, сахарный диабет и атеросклероз». Либо книгу вот эту «Победа над гипертонией». Если мы говорим о чистых гипертониках, да? Вот, то есть эта книга для гипертоников, эта книга для комплексно болеющих, у кого и гипертония, и диабет, и атеросклероз. Ну, можно и две сразу им прочитать книги. В общем, пусть они почитают. Когда у них возникнет интерес на фоне ваших успехов, тогда они захотят почитать. Вы им предложите, и, соответственно, они почитают. Уж там они там сами эту книгу закажут, или вы им подарите, это уже как там получится. У кого какие, как говорится, возможности. Но более эффективного способа нет. Личный пример, интерес людей вокруг вас. Не надо постоянно там бегать, рассказывать, давай. Это только отталкивает людей. Им кажется, что вы какие-то сектанты Шишонина там непонятные, которые что-то с головой случилось. Вот. Поэтому наоборот, как-то вот культурно так, личным авторитетом, интерес у людей возникает, и вы им говорите: читайте книгу, ребят, читайте книгу, и или одну, или другую книгу. Ссылки под этим видео на книги будут, где их можно купить, приобрести, заказать. Вот, и люди почитают книгу. Во-первых, там в книгах вся, как вы уже знаете все, да, потому что многие из вас уже прочитали книги, имеется вся теоретическая часть, и есть гимнастики для шеи, с которых надо начинать. Но начинать нужно, зная человеку, вот который начинает, вот, что он будет делать. И для этого книги и писались, для этого книги и создавались, чтобы человек, который не знает, что ему делать, который уже попал в ловушку медикаментов, который уже вот все считает, что он пропащий, вот так и будет пить эти медикаменты без толку, и будет у него развиваться эти заболевания все равно, и новые добавляться, интоксикация прибавляться, он получил выход из этой ситуации. Но выход надо осветить, да, осветить ему, осветить чем? Знаниями. И вот эти знания изложены в этих двух книгах. Вот так вот
убеждайте, друзья, окружающих, и таким образом мы с вами победим гипертонию не только в России, но и на всей планете. С вами был любящий вас доктор Шишонин. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!